Рада приветствовать всех на своем канале, любимых подписчиков и гостей. Если вы находитесь на моем канале впервые, советую подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Сегодня мы рассмотрим узор для ажурного кардигана. Узор простой, двухсторонний, интересный. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 14 петель. Для примера мы наберем 16 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Держим петельку плюс 3 петли подъема. Ту петельку, которую держали, провязываем 2 столбика с накидом из одной точки. Вот так. Далее нам надо провязать 5 столбиков с накидом в каждую петлю. 1, 2, 3, 4, 5. Следующую петлю мы провязываем, смотрите как, провязываем 2 столбика с накидом с одной вершиной. Мы провязали один столбик, но мы его не будем полностью провязывать. Оставили на крючке. Не довязываем второй столбик. На крючке 3 петли провязываем все одной петлей вместе. Половинку элемента мы связали. Теперь заходим в следующую петлю. Не довязываем столбик. Один. И еще один такой же столбик. Не довязали. На крючке 3 петли провязываем все одной петлей вместе. Далее 5 столбиков с накидом в каждую петлю. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь мы заходим в следующую петлю и вывязываем 2 столбика с накидом из одной точки. И в последнюю петлю мы закрываем. Провязываем один столбик с накидом. Первый ряд связали, и у нас уже начинается волна. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Будем работать вот с этим элементом из 2 столбиков. Мы заходим в первый столбик. Вот не в этот первый, мы его убираем, а вот в элементе первый столбик, в макушку. И вывязываем 2 столбика с накидом из одной точки. Вот так. Далее мы вяжем столбик в столбик. Один столбик, второй. Так. 2 воздушные. Теперь мы, вот у нас здесь, вот смотрите, 2 столбика вместе были, а перед ним один столбик. Мы входим, вот пропускаем эти 3 столбика, которые у нас были, и заходим в следующий. В столбик, который находится перед элементом из 2 столбиков с одной вершиной, вот в этот столбик, и вяжем столбик с накидом. Вот так. Пропустили 3 столбика. Теперь заходим в следующую половинку. 2 столбика вместе пропускаем. Заходим в столбик один, который, и вывязываем один столбик с накидом.
Так, получается, две воздушные. В конце элемента у нас два столбика вместе из одной точки. И до него было два столбика в каждую петлю. Мы заходим во второй столбик от конца и вывязываем столбик с накидом. Один и следующий столбик. Второй. Теперь работаем с элементом, где у нас было два столбика из одной точки. Первый столбик пропускаем, заходим во второй, в макушку, и вывязываем два столбика с накидом из одной точки. В третью петлю подъема мы знаем, в конце ряда всегда мы вяжем столбик с накидом. Второй ряд связан. Три воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Теперь в начале ряда, в начале элемента всегда мы заходим в первый столбик. Не в первый столбик, вот последний, а элемент из двух столбиков галочкой. Заходим в первый столбик и вывязываем два столбика с накидом из одной точки. У нас здесь получается теперь три столбика с накидом. Вот мы заходим в каждый и вывязываем столбик с накидом из столбика предыдущего ряда. Вот так. Две воздушные. В предыдущем ряду у нас вот здесь были два столбика с накидом. Между половинками элемента мы заходим между ними и вывязываем столбик с накидом, без накида. Две воздушные. Пропустили эту арочку, заходим вот в этот элемент. У нас было два столбика с накидом из одной точки и два столбика по отдельности. Вот теперь мы вяжем 3 столбика с накидом. 1, 2, столбик в столбик. 3. Из последнего столбика, вот который у нас остался, мы вывязываем 2 столбика с накидом из одной точки. 1, 2. И в третью петлю подъема мы вывязываем столбик с накидом. 1. Третий ряд связан. Три воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Мы помним, что у нас боковой элемент. Первый столбик мы не трогаем. Заходим во второй столбик. Вывязываем два столбика с накидом из одной точки. Далее мы вывязываем три столбика. Столбик, столбик. 1, 2, 3. Из последнего столбика, который у нас осталось, нам надо связать 2 столбика с накидом из одной точки. 1, 2. Вот так. Далее. Пропускаем эту красоту неземную, заходим в первый столбик и вывязываем 2 столбика с накидом из одной точки. Далее мы вывязываем 3 столбика с накидом, столбик, столбик, 1, 2, 3. Итак. Из последнего столбика, вот этого, мы вывязываем 2 столбика с накидом. 1, 2.
И третья петля подъема, мы вывязываем столбик с накидом, выравниваем край. Край у нас идеально ровный получается. Мы связали четвертый ряд. Давайте подправим, посмотрим, что у нас получается. Вот таким образом. Три воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Переворачиваем работу. Первый столбик не трогаем. Заходим в элементы с галочек. В первый столбик вывязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. Далее мы вывязываем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. У нас осталось 2 столбика. По замыслу автора надо провязать 2 столбика с накидом с одной вершинкой. На крючке 3 петли мы провязываем все одной петлей. Заходим во вторую половину элемента. У нас здесь 2 столбика с накидом из одной точки. Мы вывязываем 2 столбика с накидом с одной вершинкой. На крючке 3 петли провязываем все одной петлей. Тем самым, смотрите, у нас получился треугольник. И сейчас мы его просто замкнули. Далее мы вяжем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. С последнего столбика, который у нас остался, мы вывязываем 2 столбика с накидом из одной точки. И из третьей петли подъема в конце ряда мы вывязываем столбик с накидом. Мы связали образец согласно схеме. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Описание на эту модельку будет находиться под видео. А пока-пока!